Всем привет, дорогие друзья! С вами Гидеон, и мы продолжаем проходить House of Ashes. Итак, друзья, в предыдущей серии мы остановились на том, что началось землетрясение, и мы наконец-то провалились в подземелье, практически в гробницу. Я и еще один солдат с противоположной стороны, иракский солдат. В предыдущей серии я вам показывал мешочек с компасом, который мне прислали. Я подумал, а чё бы мне не показать те самые часы, которые еще вот как здесь дата стоит, в 2019 году, когда эти разработчики Supermassive Games и Namco Bandai приглашали в Германию. Вау, это было очень круто. И там, собственно, игру презентовали. И подарили нам вот такие вот коробочки с часами. Часы эти, я вам скажу, конечно, намного понтовее, чем компас. Эти часы на цепочке, вот такие часы на цепочке. Сзади у них тоже тут гравировочка, ля-ля-ля, Bandai Namco, Supermassive Games. Здесь же на лицевой стороне гравировка их, собственно, логотип The Dark Pictures. Собственно, часы же у нас по кнопочке, да, открываются эти. Вот, давай, оп, вот они. Вот такие вот часики. Да, внутри ничего нету. Вот такие вот часики. Они были частью квеста. Видите, вон там желтенькая точечка. Они были частью квеста. И цвет, по-моему, нужно было сопоставлять с вроде бы временем, которое здесь находится, чтобы пройти там квест, который они придумали для всех нас, кто приехал. В общем, было очень прикольно и, да, незабываемо. Собственно, друзья, все это я убираю, и мы с вами продолжаем нашу интереснейшую и захватывающую историю. Полную, естественно, ужас! Блядь! Мервин! Джейсон! Никого нет. Кстати говоря, того чувачка, которого подстрелили в конце предыдущей серии, его, по-моему, не спасти. Я посмотрел прохождение какого-то американца, где он выстрелил все-таки в правильную точку на горе. И ничего не изменилось, он все равно помер. Так что, ну вот как-то так. Ладненько, давайте здесь осмотримся для начала. Совсем чуть-чуть. Вдруг я что-нибудь найду. Хотя в демке этот отрезок мы с вами как раз проходили. Джейсон! Джейсон, я близко, я сейчас. Я все думал, что нам кто-то проскочит. Вот здесь кто-то проскакивает. Нахуй, шутите? Блин, очень много мата. Очень много мата, серьезно. Вот я сейчас матернусь ради того, чтобы просто пример привести. В конце предыдущей серии он в оригинале, когда парень умирал, он сказал liar, типа лжец, врешь. Наши перевели как пиздишь. Типа, чего, как, почему, это так не переводится. Там вообще не было мата, там не было даже ругани никакой. Что, почему вот... Что это за команда переводчиков, которая решила столько мата налить в игру, даже там, где его нет, я без понятия вообще. Почему они так решили? Я первый раз вижу вот именно, чтоб так переводили. Опа. Да. Это монстр. Блядь, где мы? Ну тут он вроде сматернулся.
Но частенько в оригинале даже мата нет, а у нас мат переведен. Ты там, Ник? Ну ни хрена себе. Святая Божья Матерь, куда мы попали? Нужно подняться наверх, быстро найти остальных и вызвать подмогу. Никакого оружия тут нет, зато иракцев как собак нерезанных. Ник? Сержант Кей, возьми себя в руки. Не зевать. Ник немного в шоке, дай ему оклематься. Ничего, просто не ожидал внезапно под землю провалиться. Да уж. Главное, оба не пострадали. Ты видел такое? Куда мы попали? ХЗ, я историю прогуливал. Ты не чувствуешь? Что, Ник? Что именно? Не знаю, что-то. Что нам пить? Ни хрена. Табличка. Что, кто-то куда-то падает. В тесноте. Не в обиде. Хрен знает. Она тяжелее, чем кажется. Помоги. Мне нужна помощь. Качалку пропускал? Это Мервин! Блять, я пытаюсь! Да перестань ты извиваться! Все плохо. Он истекает кровью, надо спустить его. Держись, мы рядом. Жесть, подойди. На колючке повис. Режь ее! Дело плохо, ему пиздец. Я вас, блядь, слышу! Ты справишься. Терпи. В рюкзаке морфий. Достань. Мы тебя накачаем, ладно? Давайте скорее! Мы сейчас! Смотри в оба! На что смотреть? Бля, кто собирал этот рюкзак? Это я помню. Что это, блядь, было? Клариса? Бегом! Что там, блядь, такое? Не знаю, выяснять не хочу. Черт! Черт! Что делать? Он истекает кровью. Блять! Чё там? Тебе плохо сказать или помягче? Говори как есть! Врать не буду. На вид хреново. Из-за него эти твари спекутся сюда. Он не уймется. Клин, Морфи! Заткнись уже! Прекрати орать! Ну, легче, ты его прикончишь.
Нам конец. Я сказал, держи себя в руках. Они нас убьют. Ты его убьешь. Тише. Не надо. Морфий действует. Да, в третий раз не надо было ему рот затыкать. Хорошо. Не, вот и Салим. Лейтенант Салим Атман, всем подразделениям. Сообщите свое расположение, прием. Где ты? Эта хреновина работает? Капитан! Капитан? Дар? Это ты? Я тебя не слышу. Повтори сообщение. Прием. Капитан! Капитан! Зифт! Шайтан! Шайтанама! Блин, не могу говорить шайтан без акцента. Дар. Если слышишь, я... Я не знаю, в какой-то пещере. Пытаюсь найти выход. Прием. Проклятие. У меня ведь были планы на сегодня. Принять ванну, послушать радио, отметить день рождения сына. Нет, надо было тебе заявиться. Американцу блеска, ты сказал. Ну и где мы теперь? Что это за место вообще? Есть тут кто-нибудь? Это военные туннели? Нет. Тут кто-нибудь еще есть? Ответьте. Так, где-то была табличка, точно помню. Ага, вот она. Это все в демке было. В общем, куда-то лезет. Дневной свет. Мне кажется, название таблички имеет больший смысл, чем само это, блин, видео. Глаза полные ужаса. Что за ужасы ты видел, друг? Просто, блин, из ниоткуда бездна появилась. Ну и, конечно, ствол потерял, да. Ну и куда ты смотришь? О, вместо фонарика, смотри, зажигалка. Меня кто-нибудь слышит? Прием. Да, тут сигнал, наверное, не проходит. Надеюсь, меня тут не завалят.
Ух, кто здесь? Ну и чё ты отвернулся, блин? Чё ЛБ? А, блин, а зачем ты тушил её, зараза такая? Алло? Эй. Тут вообще, блин, свет как будто не работает. Входишь в темноту, он только потом рассеивается. Зейну бы это понравилось. Ну, не знаю, не знаю. Темень, такие монстры. Кто здесь? Да кто-то фисташки грызет просто, что-то. Закрыть. О да, прямо в морду высадил. Ага, свет, свет. Что ты за тварь? Что тебе нужно от меня? Пожрать просто, дурак, что ли. Бум, бич. Обычно в такие моменты что-то случается в хоррорах. Но здесь не случилось. Эрик! Эрик! Все это рухнет нам на головы. Ты как там? Цела? В порядке. Видел сержанта Кея? Колчика? Я видел их вместе. Пыталась. Что-то вызывает помехи. Это может быть выход. Не знаю. Вариантов нет. Идем. Ну! Карабины, трос, оттяжки, свет. Черт! Ладно. Чё? Ну что? Ты же его просто выключил и включил. Готово. Снова. Вперед. Вперед. Глубокая расщелина. Есть трос. Видишь? Там дует. Предлагаю лезть. А выбор-то вообще был. С каких пор ты куришь? В смысле? Зажигалка. Да нет. На базе взяла на всякий. Угу. Это не ее, да, зажигалка? И вот тут они два троса используют, блин. Вместо одного. Зачем? Вы же спецназ, а штурм сейчас срочный. Террористов.
Нужно вместе ворваться в окно одновременно. Зачем? Могли бы по одному спуститься. Типа, второй бы сэкономили. Я чутка в дымку играл, а внимания на это не обратил. Оружие. Если тут ничего нет, то почему на нас напали? Идет война. На людей нападают. Монстры. Иракцы. Ну вот, мы проводим время вместе. Мы всегда по-разному понимали эти слова. Так, куда мы идем? Ты про чувство потерянности? Старая. Что? Она древняя. Это ведь клинопись. Шумерская? Что это за место? Что там за проход? В истории. Я не знал. Не так хорошо ты меня знаешь. Может, тут табличка? Точно. Ну, там как бы будет трос и все такое, но... Я помню, что-то ничем хорошим это не кончилось. Ну, по-моему, это из-за отношений как раз-таки. Я там жестил в демке специально, чтобы посмотреть, что будет. И люди гибнут, если ты жестишь. Так было и так будет в играх от Supermassive. Пол вроде прочный. Да, похоже. Да, прочный. Плохо справляешься со стрессом. Как думаешь, где мы? Не знаю. Религиозные фигурки. Я думаю, это храм. Та самая комната, где в самом начале эти двое сражались с ребятками, монстриками. Это Пазузу. Пазузу, древний идол, изображающий шумерского бога-демона Пазузу. О, сколько тут всего можно открыть, охренеешь. А что там по картинам, кстати? Ага, ну вот. Мы открыли эти, эти. Ну, как вы понимаете, здесь еще 4. Есть еще центральный, и здесь еще 3. Кто-кто? Пазузу. Ужасы не смотришь? Ты знаешь ответ. Это шумерский демон. Вроде как-то связан с чумой. Чума и демоны, да? Угу. Класс.
Чё-то я не помню ужастиков, где бы фигурировал Пазузу, честно. А я смотрел их немало. Этого не хватало. Я бы даже сказал, до хрена. Сдвинем? Похоже, застряла. Чё, в бездну нам надо? А вы веревки свои просрали. Что там? Не слышала? Нет, ничего. Мне что-то послышалось. Даже в руинах это место выглядит поразительно. Что тут произошло? Выстрелы. Откуда звук? Это Салим, наверное. Идем. Что-нибудь видно? Там глубоко. Не опасно? Да нет, прыгай. Выбора нет. Трос. Спускаемся. Куда у вас столько тросов все время? Зачем таких длинных? Сколько тут метров? 30? Прям идеально подходит по длине, ты посмотри. Невероятно. Мы тут не первые. Черт. Видимо, Целус на это среагировал. Ты мог настолько ошибиться? Господи, ну что за тупой ответ, конечно, ну ладно. Мне жаль. Правда. Ты вложил в него столько сил. Если б ты знала. Не вини себя. Ну ты сделал офигенную штуку. Я ошибся. Нужно было все проверить. Исключить случайности. Но я был так уверен. Знаю, как для тебя это важно. Мне так жаль. Надо смотреть вперед. И в первую очередь надо выбраться из этого места. Что это? На самом деле не хочу устанавливать их отношения. После толчков? Мне кажется, это глупо. Если они год до этого не виделись, типа, ну и что? Похоже на вещи археологов. Все уж, наверное. Кто-то изучал эти руины. Может, включим лампы? Солдаты нас смогут найти. Он все еще работает? О, да. Нужна солярка. Поищем тут. Сейчас Пазузу подоим, и будет нам солярочка. Где ты, Ник? Надеюсь, ты цел. Что? Не расслышал. Так, ничего. Черт, целая гора фейерверков. Угу. И отвратных текстур. Всем позывным, это Кинг. Кто-нибудь слышит? Прием. Зажечь бы тут огонек. Или он зажжется потом, не помню, честно. Не жалеешь, что не запросил поддержку? А, мысли мои читаешь. Рэндальф, я надеюсь, что письмо застанет тебя в добром здравии. Я понимаю их. Наш путь к месту раскопок затянулся. Мы оставили часть тяжелого оборудования в Саране, поскольку Пульман смог нанять лишь половину от необходимого числа людей и мулов.
Рабочие отказались идти в горы, они суеверны и боятся, что их телами завладеют демоны. Они даже отказались от дополнительной оплаты в 2 динара каждому. Мы оставили с проводником второй генератор и запасное радио. До вас должны добраться 18-го. Искренне твоя и твоя Алин Журно. Кинг, всем позывным. Меня слышно? Прием! Сампа. Надо срочно включить эти лампы. Я ничего не вижу. Интересно, как там остальные? Тут не пройти. О, не. Фух. Они не промах. Не пропадут. Зачем им это? Эрик, оглядись. Что-то не так. Ну, взорвать это все к чертовой матери вместе с Пазузу. Я почувствовал, что даже иракцы не знали про это место. Видишь, как быстро завалили дверь? Отдает отчаяние. От кого они прятались? Пазузу, ох, Пазузу. Тут еще до хрена динамита. Зачем им так много? Может, табличка где валяется все-таки, я думаю. Такой огромный зал и нигде ни одной заначки. О, синяя изолента. Наша любимая. О, пригодится. Ну так, синяя изолента всегда пригодится. Я мог так ошибиться. Почему ты? Ну, твоя техника обнаружила полость под землей. Все, все нормально. Она так и должна делать вообще-то. Она выполнила свою работу. Откуда ты мог знать, что там? Алин Журно. Ученые считают проклятие Акада выдумкой, поучительной историей, призванной заставить шумеров стойко переносить голод, превратности судьбы и капризы богов. Однако обнаружение этого великого храма дает повод полагать, что в легенде о проклятии есть доля правды. Согласно сказаниям, бог Энлиль обращается против царя Акада Нарамсина. Вначалу царь кается и молит богов дать ему знак, но спустя 7 лет божественного молчания решает привлечь их к ответу. Он собирает армию и выдвигается в город Нипур, чтобы разграбить храм Энлиля. Богохульство это настолько велико, что Энлиль, владыка Ветер, призывает богов на борьбу с Нарамсином и отправляет гутьев сравнять Акад с землей, сжечь его сельскохозяйственные угодья и обречь людей на голод. Ну, подожди, там еще с обратки должно что-то быть. Может, стоило попробовать вылезти из этой пещеры? Нет. Храм должен был задобрить богов. Нет никаких исторических свидетельств тому, что Нарамсин разрушил храм Энлиля. Однако наши находки говорят о том, что проклятие имеет под собой реальную основу. Царь Нарамсин построил это здание во славу богов. Многие из наших находок изображают царя, умоляющего небеса вернуть богов в духовную жизнь своего народа. То, что этот храм был затерян, указывает на то, что проклятие снять не удалось. Так, я тут что-то... Тут ничего нету. Оттуда, если сходить. Давай быстрее. Блин, как ты медленно поднимаешься, а? Помрешь. И чё? Ну и громадина. Понятно. Будем смотреть на эту дверь. Мы не попытаемся ее открыть. Действительно, зачем вообще это нужно? Глупость какая-то. Давайте искать солярку, а не выход. Так, ну пойдемте. Солярка вон там, где-то в этом. Палаточке. Дневник Рэндольфа Ходжсона. 24 сентября 1945 года. Когда леди Брэдшоу зовет, ты являешься. Мы с Мэри собирались в свадебное путешествие.
но приглашение отобедать с одним из самых известных антикваров Британии было слишком заманчивым. На Брэдшоу была брошь, которая привлекла внимание Мэри. Шумерская реликвия, найденная на раскопках в Хашимитском королевстве Ирак. После обеда она показала нам еще одну находку оттуда же – золотую табличку с клинописью. По ее словам, это последний фрагмент карты гробницы Александра Македонского, поиском которой она посвятила всю жизнь. Если она права, гробница находится где-то на границе между Сирией и Ираком. Леди Брэдшоу хочет, чтобы мы возглавили экспедицию. Я только сейчас осознал, что наш медовый месяц пройдет на раскопках в горах Загрос. Классная вставочка, тоже в демке видел. Понравилось мне. Мне вдруг стало немного неуютно. Почаще бы такие были вставочки. Конечно, в идеале хорошо бы, чтобы все тексты Какую так были. Громадину должны были найти давным-давно. Показаны. Но это только в идеале. Что с ними случилось? Экспедиция Ходжсона. 46-й год. Больше 50 лет назад. Ну и пулеметик, конечно, друзья. Эрик, посмотри-ка. Откуда здесь пулемет? Он времен Второй мировой. Тогда здесь и были археологи. Что здесь случилось? Пальба. Бойня. Надеюсь, мы его запустим. Вообще, я уже видел скрины еще до релиза, где этот пулемет используется, так что да, все будет круто. Даже не сомневайтесь. С кем они могли драться? Где солярка-то? Подожди, я думал, она в палатке где-то. Чего-то нету. А, нет. Че это? А, это детонатор. Ну, будем знать, будем знать. А, где соляр-то? Подожди. Что-то я как-то упустил. Кажется, она должна быть все-таки где-то возле палатки. Я... Или за палаткой. Не помню. Может, здесь? Не, смотри, тут еще... Ух ты, табличка. Это я не находил. Ну и что, прочитаешь? Они вели каталог находок. Где-то. Угу. 29-е. Ладно, учтем. Тут еще больше динамита. Подожди, где соляра? Вот, перед входом соляра. Точно. Эрик, помоги мне с канистрами. Ну, хоть с этим повезло. Как твоя нога? Что? А, ты о протезе. Ногу я потерял на трассе. Хватит. Мне еще стыдно. Я много на тебя взвалил. Знаю. Авария не твоя вина. Ладно, за работу. Черт возьми. Че, авария? Он ногу потерял из-за этого. Ничего себе. Обидно, да, когда ты военный, а ногу потерял в аварии. На бак. Даже историю не расскажешь никакую. Черт. Что там? Трубка износилась. Клапан протекает. Это чинится? Конечно. Перед запуском надо заклеить трубку. Синий изолент все чинит. Наверняка тут что-то есть. Угу.
Я всегда с собой ношу синюю изоленту. Готово. Так, ты была не права тогда. На базе. Это в чем это? Ты сказала все по-прежнему. Но я изменился. Все то время, что мы были порознь, я думал о тебе. Ну, естественно. Ну, а ты, Рэйчел? Хоть немного. Потом сойдетесь, опять херня будет. О, господи, отлично. Я сказала, как есть. Все закончилось, когда в нас врезался грузовик. И это не изменить. Я с этим не согласен. А я в этом уверена. Понятно, они попали в аварию, он ее во всем винил. Держи трубку. Все. Помоги мне с панелью. Только взгляни. Сдохли. Я надеюсь, он не погибнет от того, что типа они не сойдутся. Но кажется, это было вчера. Почему мы расстались? Ты не оставил мне особого выбора. Я был неправ. Мы же не думали, что так надолго исчезнем из жизни друг друга. Весь прошлый год я был так занят Целусом, ничего не замечал. Тебе надо было отвлечься, чего? Твоя работа важнее, чем мы. Не думаю, что мы могли предугадать ее влияние. Рэйч. Ну, говори уже. Мне тебя не хватало. Очень сильно. Да мы уж поняли, ю... Тогда мы оба наломали дров, но... Сейчас все куда проще. Это в прошлом, Эрик. Предлагаю забыть об этом и думать о будущем. Иначе будем просто топтаться на месте. Да, с радостью. Должно сработать. Запускай. Та-да! Заработал. Раз эти люди сюда вошли, мы найдем выход. Осмотрим все. Джейсон, песчаные пещеры, дорогие друзья. Что ж, я думаю, мы с вами продолжим уже в следующей серии, раз у нас тут начался новый этап. Ну, что хочу сказать. Не знаю, как повлияет вот то, что я не буду восстанавливать их отношения вообще на дальнейшую судьбу персонажей. Может быть, этот чувак погибнет из-за этого, типа, не знаю, по какой причине. Может быть, наоборот, это будет хорошо. Хрен его знает, какой выбор тут предоставили разработчики, предоставили ли они вообще его. Потому что может статься, что либо это не особо важно, либо обязательно нужно было восстанавливать отношения, и тогда можно было бы спасти всех героев. Ну, хрен его знает. Надеюсь, получится спасти всех героев, как обычно. Я стараюсь это сделать. Не знаю, как выйдет на этот раз. Что ж, на этом у меня все. Подписывайтесь, ставьте лайки. Все ссылки под видео. С вами был Гидеон. Всем спасибо и до следующей миссии.